Ой, что, пацаны, девчонки, всем здорово, с вами Даник. И сегодня я буду снова учиться водить на машине, ну или будет просто покатушка, я не знаю, как назвать это видео. Вообще я учусь, но выходит вообще покатушка, потому что я просто учусь ездить. Короче, я придумаю, как это назвать, будем снова кататься. Перед началом видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, видео будет снято с двух ракурсов. Поделитесь видео с друзьями, мы идем уверенно к 4000 подписчикам. Ну и в общем-то, немедленно мы переходим уже к просмотру данного видоса. Она так и должна быстро выезжать, или ты по тормозам жмешь, когда выезжаешь? Я на тормоза трохи держу. Ага. Тут узгорт. Раздай вперед, и так, чтобы ты в заднем зеркале бачил дорожку, что идет до дяди Паши в гараж, и стань ровно по дорожке. Ага. Ты в то зеркало бачив дорожку. Угу. Видно тебе ту дорожку? Ну. И так сдаешь назад. Рулем підрюриваешь, чтобы ты дорожка, чтобы ты сдавал понад край дорожки. Чтобы ты край машины был на край дорожки, типа я. Угу. Зеркало. И не втолить дядь Паши в гараж. Холодно. Надеюсь, что камера быстро не сядет. Так, надо здесь камеру включить. Видео в ту сторону. Туда? А куда туда именно ехать? Стой! Встань! А, я думал съехать. Давай, пассажир! Кошка залезла. Ты трогайся, машина пока я куда она едет. Ей руля гора, мне еще комбинатор висит. Когда звука не привык, дивись по тахому. Доходит до 2000, включаешь штаб. Угу, понял. Уверен, что сзади хорошая дорога, что ты по кругу едешь? Нет. Я же тебе сказал, туда. А, туда? Давай, выезжай на заднюю дорогу. Ого, я бы туда выехал задом. Пацаны, девчонки, это страшно. Скажу серьезно, блин, по такому гололеду я вам чуть-чуть газу дал, тупанул, и капец ее понесло. Но если по гололеду научиться ездить, то тогда обычно дорога будет легче простого. Последний день в селе, учусь сегодня ездить на машине, и завтра уже выезжаю.
Еду опять на учебу, еду в автошколу. В общем-то, вот так вот и живем. В следующий раз увидимся с Альфочкой уже летом. Да, к сожалению. Ну, потому что учеба и никак, к сожалению, не получится больше встретиться. Ладно, ждем папу и едем дальше. На выезде ставишь машину слева и чинимаешь справа машину. Останавливайся. Можешь сцепление выжимать? Я выжимаю его. Ну, так сразу передачу выключу. Я понял. Ну что ты газуешь? Я не газую, я жму тормоз. Давай. Ну здорово. Здорово. Машины нет? Да без зеркала не умею. Задки направо сдать. Направо. Туда, значит, руль туда. А, нет. Ты будешь до тебя будет дорога? Да. Ну, а ты куда будешь? Вот туда сдать. Камень бачил? Нет. Вот это? Да, положение в лук. Какое? Поворачиваешь до щелчка. Положение в лук. Так? Да, и на том самом. Ты тут ехать будешь? Офигеть. Капец там воды. Я схожу гляну. Офигеть. Вот это танк. Там было ощущение, что пол машины под воду пошло. Да ну видео. Меня надо лишь одна лишь.
ти, щоб ти мене чув. Здай трохи вперед і задки здай там, де ми тільки що стояли. Хорошо. Дивись більш-менш по слідах. Опусти собі зеркало нижче, якщо хочеш. А кнопки є. Зліз зліва вправо. Опусти собі, щоб ти бачив слід свій. Ой. Та в смысле? А сейчас что не так? Подивись. Ну почти. Вперед и назад по следу. Пятый раз заглох. Шостий раз. Виверни трохи руль вліво. Іще. Здавай. Не газуй, докручуй вліво. Хорош. Так отойти надо было. Представь, что там машина стоит. Я понял. Это было страшно. Тебе столбики вот так поставлять. Тут столбики, там столбики. Заехать между ними надо. Тебе тут широко дерева стоят. Я думал, что если руль вправо, то ты влево едешь. А если влево, то вправо. Ну как может руль вправо? В ютубе бачу, бабы тоже кажут. Руль влево, а машина вправо едет. Ну это я так думал. Ты ж баба. Не. Могу сказать так. Могу сказать так, на мотоцикле легче. Мотоцикл маленький, везде проедет. Фары включай. Я вроде попадаю, но я боюсь. Я вроде вот на линии, но я боюсь. Ну вот, линия стоит и поехал прямо. Я боюсь. Рулем уже никуда не крутишь. Я боюсь. Давай на. Да, так если я наеду, нашу конечно, колесо про это. Проколю. Пацаны и девчонки, так у нас получился видосик. И благодаря этому видео я понял, что в темноте снимать это очень плохая идея. Если вам это видео понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео с друзьями. Давайте постараемся до 9 февраля, до моего дня рождения, сделать на канале 4000 подписчиков. Ну а с тобой был Даник, огромное спасибо за просмотр данного видоса. Увидимся уже в следующем видео, всем удачи, всем пока.